Обычно курим такую залупу горела. Я ощутил на самом деле разницу, нихуя не ощутил. Сказывайте, 18-то хоть есть? Конечно. Как? Погода была классная, пока не прилетел Дава. Все вообще охуенно. Это не северный, блядь. Пиздец подкрался незаметно. Потому что мне коленом губу разбили. Это Ставрополь. Ебать, ветер, оцените ситуацию, нахуй. Это просто вьюга, это мороз, у меня пальцы окоченели, кстати, курение вредит вашему здоровью. А, там народ собирается, я жду, пока более-менее будет как-то... Ну, я могу еще и без очереди пройти, мне как бы, ну, нормально, но я не хочу пока заходить, думаю, сейчас все зайдут, потом я зайду. Короче, холодно, пиздец. А я сегодня тоже мог не прилететь в этот город, потому что нам, самолету, не разрешили посадку. Но так как топлива было мало, и мы не могли вернуться обратно в Москву, нам разрешили посадку. Мы, короче, сели, нас развернуло, блядь, на взлет на посадочной полосе, и аэропорт нахуй закрыли. Просто посмотри, что здесь происходит. Ладно. Это For Evolution Tour от Darkside, это Ставрополь. Идем снимать, смотреть, понравится ли это Ставрополю или нет. Понравится ли новый продукт им или нет. Братух, как тебе рейер? Нормально? Че, как тебе, есть ли разница какая-то? Все хорошо? Как по крепости говорила? Ты заебался? Пиздец как. Мой нас нормально. Домой хочешь? Очень хочу, завтра полечу домой. Пиздец, хотя бы на 3 денечка. Очень хочу домой. Короче, слушай, уже стало потише, потому что до этого было невозможно снимать. И сейчас мы, собственно, спросим мнение у всех ребят. Слушай, ты покурил Medium, Soft и Rare. Так. Ты курил старый Darkside? Я курил, разумеется, старый Darkside. А, ну да, да. И разница чувствуется, как есть, братан. Это влог без купюр. Влог без купюр. В принципе, мне Darkside, разумеется, не заплатил за то, чтобы я сейчас сказал, что Rare лучше. Вот. Я ощутил на самом деле разницу. Нихуя не ощутил. Вот. Но, в принципе, мне понравилось то, что организовали такую тусовку. Да, но меня мама больше никуда не отпускает. И когда узнал, что Darkside приезжает сюда, разумеется, она меня отпустила. Вот. Ну, поэтому очень здорово получилось, на самом деле. Я считаю, что круто, что наш город, на самом деле, попал сюда, и что приехал сюда сам. Да нет, давай слово пизда, что пизда, пизда, Darkside, пизда. Вот, так что, друзья, обязательно курите Darkside. Вот, мы сегодня орали Darkside, и я ощутил, на самом деле, всю эту мощь, атмосферу. Наверное, да нет, наверное, это самая лучшая кальянная индустрия, в принципе, ну, линия табаков, да. Бля, ты начинаешь загоняться, лучшая индустрия, бля. Короче, друзья, было охуительно. Подписывайтесь, ставьте лайки, блядь. Дава пиздатый пацан. Я сейчас только что проверю. В принципе, ну не в том смысле. Давай, рассказывай, дядя, что там, как там, по Darkside. Darkside нормально, хороший табак. В принципе, из-за него пришлось ехать 200 километров. Мы чуть раза 3-4. Ну, из-за него, из-за всех. Раза 4 чуть не въехали в фуру, но это все было нормально. Я приехал вовремя, практически даже успел покурить RAR. Это было... Ну и как тебе RAR? RAR, но это Darkside. Ну вот как был Darkside, вроде тот же самый Darkside. Курица, как кальян, все нормально. Вот. Северный. Тут не северный, братан, это север, блядь. Север, да не, это не северный, блядь. Я бы ни за что в жизни бы северный не отдел бы, блядь. Он работает на нем. Рова, ты выиграл? Да. Давай рассказывай. А, не то, что ты выиграл. А, рассказывай, как тебе разница, есть ли разница. Вот чисто субъективно, нахуй, блядь. Между табаком? Да, есть ли разница? На самом деле, прям такой разницы хрен его знает. Не мог ощутить, потому что не прокурил как следует. Так как здесь забивают, может, знаешь, да? Вот, как бы, может, где-то есть, ну, разница, в принципе, есть. Но то, что когда куришь, он не отдает в горло, а чисто, ну, давит на голову. Поэтому чисто такая разница. Ну, прям такой особо, я не знаю. Как тебе тусовка? Тусовка вообще замечательная. Просто охуенная. Особенно.
Ну, поздравляю тебя, да. Кто вытащил талончик? Кто вытащил талончик? Я вытащил талончик. Все, спасибо. Давай, все. Замечательно. Короче, братан, ты курил все? Рейер, медиум софт. Все понравилось. Первый, наверное, самую кородите нахуй. Ваша камера мне смущает чуть подальше. Да, давай, давай. Нет, тут надо поближе снимать, она как-то растягивает, да. Че, как тебе все? Расскажи, все разницу. Все понравилось, если честно. Вот все на высоте было, именно вот организация. Вот, и... А разницу чувствовал какую-нибудь? Если разницу? Честно, очень большая разница с тем, что мы курим, и то, что мы курили, понимаете? Вот, я не знаю, никакого вот лишних привкусов там и так далее. Там, вот насыщенный вкус идет, и вообще, ну, замечательно в целом. Ну, хорошо время провели. Далее. Далее, что предложите? Вопрос. Я привык просто на вопросы отвечать, понимаете? А вы часто проводите данные вот, мероприятия и так далее? Ну надо наших ребят снять. Как тебе хас, братан? Отлично, огонь. Справился. Народу много? Да, я его давно знаю. С футки знакомы, да. Народу очень много было, все понравилось. Все на высшем уровне. Ты как оцениваешь? Нормально, как тебе? Есть разница, нет разницы? Я как бы все понимаю, но... Конечно, есть. Что понравилось в новом Дарксайде? Не, не по вкусам, а по ощущениям. По ощущениям... Вкусовые качества лучше намного, а ромка лучше. Ладно, другой вопрос. Хабиб или Макгрегор? Хабиб. Что сделаешь? Стою в очереди. Куртку ждешь? Ну да, желательно. О, неужели они врубили вентилятор это, да? Да, ну потеплее стало. Потеплее стало, то как собак держали вот здесь, я понял. Как тебе Дарксайд разница, мама отпустила? Кайф, реально кайф. Разница есть? Есть. По крепости почувствовал. По вкусу, ну, по-моему, то же самое примерно осталось. Что еще скажешь? Классная вечеринка. Вечеринка классная. Лучшее, что было в Ставрополе по поводу кальянов. Серьезно. Один тур в Ставрополь. Мы же... А, нет, в Севастополь заезжали. В Ставрополь нет. Все, красава. Маме что-нибудь передашь? Побольше. Всего лучшего. О, неожиданно, блядь, да? Тут пиздец подкрался незаметно. Да нет, очень заметно. Че, покурили? Четко. Субъективненько, ну-ка распишите, что к чему. Все четко. Голом, пушка вообще, голом. А вот разница есть какая-нибудь между старым, новым? Что вы почувствовали, когда курили новый? Да и старый нравился. Нравился? Нравился. За Чиркина, блядь, да? Старый нравился, и новый хороший. С Кавказа с гор спустились. Все сюда с Пятигорска приехали. По-русски не говорим, совсем чуть-чуть. Че, как обратно возвращаться будете в такую погоду? На тачке, медленно, долго, как сюда ехали. Прям сорвались с работки, сразу примчали. Ну, новые вкусовые линейки, что ты спросил. Ну, как бы, вкус он стал более мягкий, такой прям хорошо расходится. Не знаю, вкусовые мне больше понравились новым. Вот. Хотя старый тоже был неплох, всегда его любили. И будем любить дальше, по ходу дела. У нас не густо, но что есть, да. Шарим. Сразу пол камеры, видит, раз. Это к рабочей стороне. Можно, пожалуйста. Прокурили, что, как, расскажи. Да все круто, все очень, на самом деле. Все хорошо. Пизда, все, ехать, пизда, да? Единственное, что линейка, она немножко с табачкой все-таки. Ну-ка, давай подробнее. Ну, чувствуется табачный привкус все равно. Ну, так это ж Берли. Ну, понятное дело, но все равно как бы. А, это под вопрос. Ну, нет, это не под вопрос, это точно. Ну, вообще, в общем, все круто. Спасибо большое за движуху, вообще нереально супер, вот просто. Слушай, давай, дядька, ты самый такой балдежный. Да, ты честно подъел. Давай, расскажи субъективненько, пока все ждем курточку, то, наверное, сейчас разнесут нахуй пол стены, блядь, куртки заберут. Давай. По Дарксайду? Да, по Дарксайду. Братан, ну что могу сказать? Некоторые вкусы реально зашли. Ну, намного чувствуется, лучше стал. Некоторые вкусы, допустим, такие как груша, ну я буду субъективен. Да. Честно, груша мне, допустим, не зашла вообще новая. Старая была гораздо лучше. Ну а в целом, ну Дарксайд. По факту это Дарксайд. А вот Рейр как по крепости вообще? Если честно, я крепость, ну сильно не ощутил. Ну,
На самом деле для меня, может быть, конечно, от забивки еще зависит. То есть, может быть, забивали так. Если, то есть, грубо говоря, даже если нормально забив, то даже можно софт забить. По крепости будет куриться крепче, как сейчас курилось. Если, конечно, самим это все попытаться забить и сделать нормальную забивку, то, возможно, будет ништяк. Честно, по нынешним забивкам я не мог оценить. Субъективно не мог. Сразу заулыбалась, что-то грустное. Слушай, давайте пару вопросиков. Ты все покурила? Да. Как тебе, рассказывай. Все прекрасно. Ну, всегда говорит, что прекрасно. Давай все-таки найдем какую-нибудь часть такую. Какой нам вкус понравился? Не вкус, не вкус. Вы старый Dark Side курили? Да. Ну, расскажи, есть ли разница? Конечно, есть. В смысле, смотри, линейка RAR, ну, как по мне, она чуть тяжелее стала, на самом деле. Софт и медиум, ну, блин, ну, такое. Ну, не скажу, что они сильно отличаются, но плюс-минус то же самое. Вот, мне очень зашел, короче, Ice Grain и Grape. Холодная бабка зашла. Холодная бабка залетела просто. Примерно такие дела. А грустно, потому что мне кальяном губу разбили. Чего тебе? Кальяна губу разбили. А, я вижу, а как тебя разбили? А девочка размахнулась неудачно. Ты въебала? Ты ее разъебала? Она хотела сходу подарить, понял? Надо было подарить, да, ему. Но обнимашки выиграли. А, ну ладно, да, бабские. Да мы бы разнесли нам. Все миром решили. Надо было колено жать. Слушай, привет, вот за город. Привет. За город, я тебя увезу за город. Рассказывай, давай, покурила все, не все, что есть плюсы, минусы, что не понравилось, что понравилось, как тебе рейр, хуейр? Мне все понравилось, за исключением винограда. А почувствовал ли ты разницу в линейке? Или ты так, местный обыватель, которая пришла за дымет бесплатно? Так, только дай-ка до прикола зарегуешь, как в KFC за ведерками. Я пришла с тигром. С кем? С тигром, с Толиком. Толик SMBits, подписывайтесь Толик? В инстаграме, да. А, давай. Я его девушка. Всем привет. Что сказать, было круто? Да, без вопросов, давай, рассказывай. Себя на ютубе. Да. Было здорово, все вкусы понравились. Было очень круто. Апа, бля, как будто тебе пистолет Dark Side держит сзади, знаешь? Как будто готов тебя сейчас посадить на пике, нахуй. Ну или на сто, на еще что-нибудь. Нет, да. Разница есть, чувствовал? Чувствовал разницу по крепости, по вкусопередаче, по дымности. То есть крепость держалась дольше, то есть супер было. Больше нечего сказать. Чё, как, покурили? Да, отлично все было. Чё понравилось, что не понравилось? Все понравилось, прям все, да. Отлично. Разницу чувствовал? Ну да, конечно, там некоторые вкусы были так себе. Лично для меня, не знаю. Ну я сам в этом деле, короче, не мастер еще, поэтому не знаю. Но в целом мне понравилось. Спасибо тебе за это все тоже огромное. Анекдот давай рассказывай. Давай ты расскажи, если я анекдот. Я не знаю анекдот. А что мне рассказывать? Не знаю. Так, давай ты рассказывай. Тебе 18-то хоть есть? Конечно. Как тебе разница? Разница. Разница. Во всех кальянах. Во всех. Пустите меня. Пустите меня. Влог. Влог, давай. Пусти. Уйди. Влог, давай. Сними меня во влоге. Давай. Заебал, блядь, какой трыщ нахуй. По-братски. На, держи, что ты хотел блядь, сказать, давай. Блядь. Ты красавчик, да, вообще. На самом деле, хочу сказать, Dark Side, очень крутой маркетинговый ход, вы огонь, а Дава еще круче. Привет. Привет. Как тебе все? Отлично. Рассказывай, понравилось, покурила что? Да. Как тебе разница, есть ли разница? Ну, мне больше всего понравилась кола, потому что она более ярко выраженная. Взрывная, как я. И нормальная, да. Спасибо. Яблоко просто. Да, да. И яблоко уж это просто. Это ну, просто а разница есть какая-то? Любовь. Тоже есть. Конечно, слушай, у тебя Apple Watch, да? У тебя зарядки конечно, с собой нету? Конечно, четвертая серия. У меня тоже четвертая. У тебя зарядки с собой нет, моей серии? Нету. Бля, жалко. Нет, яблоко такого вообще не было вкуса в Dark Side, поэтому это просто божественное. А мне кола понравилась. Нет, кола, лимон есть в Dark Side, а яблочного еще не было, это просто божественный вкус. А какой еще вкус? Надо музыку от Mortal Kombat оставить. Мы на дегустацию курили яблоко, а сейчас я курила просто одно яблоко, так как было лимон, так одна, до свидания, яблоко. А разницу ты почувствовала?
такого вкуса еще не было. Это просто божественный. Да, это вкус, но, это вкусно. Это безумно вкусно. Это пиздата. Обычно курим такую залупу горела. Залупа горела. Ты прости просто, я как вкусы, а, нет, официальный нет, хэштег «Залупа горелая». Курите новый Дарксайд, он лучший. Валя, ты же Валя? Курите новый Дарксайд. Яблочный вкус просто, это любовь. И грушек. Буду курить только его. В январе выходят новые вкусы? Я с Димой, так что... Просто, я буду курить только его. Приезжайте все в Ставрополь, Хука Колледж, лучшая кальянная. Влад лучший кальянчик, забивает лучше всех кальяны. Приезжайте. Все, все, интервью закончено, нужно сказать. Да, он продолжает. И ты уже все, он еще нет. Ну, говори. Что говорить, да? Вопросы? Какой был вопрос? Сейчас, я на секундочку попаду. Попал, ухожу. Юра, в чем? Рекламируем Юру в Инстаграме. Федь, привет, ты координатор всей этой движухи. Так и рассказывай, есть. Как тебе Ростов, как тебе Ставрополь? Все отлично, все замечательно. Погода была классная, пока не прилетел Дава. Все вообще охуенно. И снег, и зима с этим снежным человеком. Бигфут просто. А так все заебись, все на самом деле очень классно. Мама, привет, я тебя люблю. Еще что там? Все на самом деле замечательно. Что тебе еще рассказать? Классные ребята, классная поддержка. В Ставрополе все зажигали. Мы нас предупредили, что здесь не очень много бухают. Это была шутка. Нормально ребята повеселились, зажигали, веселились, танцевали. Много веселились, получается. Очень много веселились. Поэтому отдельный респект микрофону. Это лучший из последнего, во что я говорил. Какие-нибудь еще вопросы? Она не продаст. Вы выиграли кальян. Что вы можете сказать по этому поводу? Я не знаю, кому его продать. Я не знаю, что говорить. Спросите его. Как тебе Дарксайд новый? Очень классный. Что тебе понравилось? Из вкусов? Сихуа. Да. Да. Все. Все. У нее все хорошо. Что, что, спрашивай. Спрашивай, да. Блядь, за хули ты спрашиваешь, говори. Антон, что ты делаешь? Ну, изменился только вот новый рэр порадовал, на самом деле, и все. И, причем из вкусов только виноград зашел, по большей степени. Так все заебись. Все, я все сказал. Дава. Что ты еще от меня хочешь услышать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Зашло все. Ну, то есть, зашел Дава Дым, а все остальное не зашло. Рейр вообще говно. Рейр вообще не понравился. Ну, крепости не хватает, наколки прогревают. Ну, понятно. А вот Дава Дым заебись. Ставрополь, привет. Привет всем. Соня въебала. Все, нормально? Или еще говорить что-то? Что еще говорить? Да, задавай вопросы. Отвечу. Как тебе новый Дарксайд, что успела покурить? Блин, замечательно все на самом деле, успела покурить. Вот все очень понравилось. Разница есть какая-нибудь? Да, мне кажется, есть, потому что вот каждый день пробуем новые вкусы, каждый день что-то пытаемся экспериментировать, и сегодня на презентации прям все очень понравилось. Прям кайф. Тот неловкий момент. Можешь что-то им сказать? Я со своим. Ну да, мы действительно каждый день практически ходим в кальяны. Часто очень... У меня же часто очень курим кальяны. Особенно любим Дарксайд. Очень близко. Ну да, на самом деле по дегустации мы заметили очень сильное отличие по сравнению с тем, что продается у нас в заведениях на данный момент. Конечно, здесь и качество, и вкусы намного лучше, чем те, которые мы пробуем за последнее время. Большие молодцы, ребята, очень было круто вообще, и мероприятие просто супер вообще, очень интересно было. Спасибо вам, что приехали к нам. Все.
А, да, опять неловкий момент. Когда ты уже закончила. Да, вот еще есть человек, он тоже добавит к моим словам что-нибудь по этому поводу. Дим, скажи что-нибудь. Вот у этого молодого человека тоже ты можете спросить. Он с вами постоянно тоже входит в кальянные. Да не обманывай, не слушай. Не ври. Мы вчера тоже были на дегустации, и позавчера были на дегустации. То есть, понимаете, мы не пропустили ни одного дня и побывали в 4 заведениях, где была дегустация из 6. Во все успели. Собственно, вот так. Это Тигр, мой братан Питер. А, нет, не Тигран, а братан, песня такая Элван. А, кстати, Элван, да, точно. Короче, ребята вот так упаковываются, у них, заметь, там рюмашечки стоят, а, как бы, рюмашечки, чашечки, рюмашечки. А, вот это все, вот это кейсы из города в город, это все на газели вместе с ребятами упаковано, ездит. Вот такое вот маленькое интервью у людей, то что те, кто, которые курили Dark Side, что они о нем думают, они все сказали. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии и, наверное, новое слово, ставьте колокольчик все-таки. Да. Контента нихуевый. Пизда.